Здравствуйте, дорогие подписчики! Я рада встретиться с вами на моем канале «Готовим вкусно с Валентиной». Сегодня мы будем готовить фасоль по-корейски. Фасоль нам необходимо кушать, особенно тем людям, которые постятся, или вегетарианцы, которые отказались от мяса. Мы знаем, что в фасоли находится очень много белков, а без белков нам никак нельзя жить. Поэтому нужно фасоль обязательно кушать. И там еще очень много всевозможных различных минералов, как цинк, магний. Это все очень полезно для здоровья. Значит, фасоль. Стакан фасоли я замочила на ночь в воде. В большом количестве воды. Для того, чтобы растворились те вещества, которые вызывают газообразование в кишечнике и немножко тяжелые для кишечника, для желудка. Это необходимо делать. Потом замоченная фасоль на ночь, она намного быстрее варится. Поэтому мы должны это делать. Я уже фасоль отварила. Она у меня отварная. Я ее отварила. Подготовила специи, которые я буду добавлять в фасоль. Вот у меня фасоль отварилась. Я взяла белую фасоль. Из специй я применяю здесь вот что. Чайную ложку кориандра. Пол чайной ложки черного перца. Я размолола ступки. Чайную ложку с горкой паприки. И на кончике чайной ложки, где-то третью часть красного перца. 3 зубчика чеснока. Ложка сахара. Солить мы будем по вкусу. Вот сейчас мы отправим эти все специи к фасоли. Я измельчила зелень, петрушки. Сюда добавила еще 2 столовых ложки лимонного сока. Вы можете добавить уксус 9% или яблочный уксус, как вам нравится. Я добавила лимонный сок. Раскалила на сковородке 4 ложки подсолнечного масла. Какое вам нравится. И сейчас залью специи. Вы знаете, что специи раскрывают свой аромат, если залить их кипяченым подсолнечным маслом. Сейчас мы это сделаем. Вот так. Осталось нам перемешать. Я уже посолила по вкусу. Осталось нам перемешать все это. Это прекрасный салат. Ой, специи сразу отдали свой аромат и чесночок. Все эти специи от горячего, кипящего подсолнечного масла. Я хорошо перемешала. Получилось вот так вот. Аромат стоит необыкновенно прекрасный. На вкус это очень вкусно, но готовая она будет. Я поставлю в холодильник где-то на ночь. Тогда можно будет уже кушать полезную нашу прекрасную фасольку. А на сегодня мы с вами прощаемся. Заходите на мой канал. За лайки и подписку спасибо. Буду рада, если вы оставите какие-то комментарии. Может быть, вы иначе готовите. Я буду учиться у вас. Спасибо вам за все. Всего вам доброго. На сегодня пока-пока. До новых встреч.